Фамилия автора в углу каждой картины написана зеркально, фирменный стиль и метка Михаила Полякова. Более 50 картин этого автора можно увидеть в выставочных залах художественной галереи. Художник, который запоминается с первой же встречи, с первого взгляда на его картины, потому что такое позитивное отношение к жизни, которое есть у Михаила, ему можно только позавидовать. Картины выставки под названием «На горах и на холмах» можно разделить на два направления. Первое – это виды Нижнего Новгорода, съезды и развязки верхней части областного центра. Вид на Стрелку в разные годы, дома, машины, трамваи. Второе крупное направление – это виды российской глубинки. Села, деревни, быт и нравы уездных городов Владимирской, Нижегородской и других областей. Глядя на его красочную палитру, удивляешься, насколько художник может создать из обычного набора красок миллион просто цветов. Выставка работ Михаила Полякова только начала свою работу. Посмотреть экспозицию можно будет в течение сентября и октября этого года. В художественной галерее всех будут рады видеть в будни в 2 часа дня и в 6 вечера и по выходным, согласно расписанию. А вот вторую и четвертую пятницу каждого месяца у школьников и пенсионеров есть возможность посетить художественную галерею абсолютно бесплатно. И это отличная возможность духовно обогатиться. Кирилл Осенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.